Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на электрогриль KITFORD KT1601. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Электрогриль KITFORD KT1601 – компактная модель в стильном корпусе со строгими линиями, предназначенная для приготовления блюд под воздействием высоких температур. Гриль, выполненный в серебристом корпусе, обладает раскладной конструкцией и не займет много места на кухне. Удобство во всем. Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесением антипригарным покрытием. Они съемные и могут быть легко очищены после использования их, а также поддон можно вымыть в посудомоечной машине. Контактный электрический гриль KITFORD KT1601 позволяет приготовить стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов. Регулировка температуры. Гриль оснащен термостатом с плавной регулировкой, позволяющим выставить температуру вплоть до 230 градусов. Благодаря этому вы легко получите нужную степень прожарки. Три режима работы. Гриль можно использовать разными способами. Вы можете откинуть крышку на 180 градусов и превратить устройство в большую жаровню. Также предусмотрена возможность закрыть крышку и жарить продукты с двух сторон. Третий режим позволяет опустить крышку так, чтобы она не касалась продуктов. Хорошее решение на тот случай, если толщина кусков не одинаково. Режим барбекю 180 градусов. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 градусов, и гриль превращается в большую жаровню. Для приготовления можно использовать обе поверхности. Съемный поддон для сбора жира. Весь лишний жир и сок из блюд попадает в съемный поддон. Просто выньте поддон и помойте его с моющим средством. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Одинаковый свет при нагреве и включении. Нет кнопки включения-выключения. В комплекте нет книги с рецептами. В посудомоечной машине панели испортились. Не очень удобный регулятор температуры. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Мыть очень легко и просто. Съемные панели. Симпатичный внешний вид. Открывается на 180 градусов. Можно отрегулировать пластины по высоте блюда. Нагревается довольно быстро. Простой в управлении. Обе панели рифленые. Еда не пригорает. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!